когда ты творческая душа и попадая в какой-нибудь магазин, где хоть немножечко связано с творчеством, что-то увидя, в голове сразу одни мысли. Мне это надо, мне просто необходимо это, у меня такого еще нету. Признавайтесь, кто такой же, как я, Плюшкин? Пишите в комментариях, мне интересно. Вот, и недавно в Нидерландах в магазине Action я увидела интересный предмет. Конечно же, у меня такого нету, я его приобрела. Это аппликатор для страз. Или же его еще называют паяльником. Я купила его где-то в районе 7 евро, но на AliExpress или Temu есть точно такие же. Где-то в районе 7, 10, даже 7-8, вот так вот где-то долларов можно приобрести. Зачем этот аппликатор или этот паяльник? А чтобы делать вот такие вот интересные надписи. Можно не только на одежду, аксессуары, сумочки, в общем, заколочки, в общем, везде, где фантазия. Обувь та же, на кроссовках каких-то выложить разные аппликации. Ну, в общем, где фантазия у вас, и так же, как и у меня, будет фантазировать, можно туда это все приклеить. Сейчас покажу, вот здесь вот прикреплю, покажу, что это за аппликатор. Ну, о чем же я? В общем, я его протестировала. Мне он зашел, понравился. И сейчас, конечно же, в следующем видео я покажу вам, сниму уже отдельно видео и покажу, как он работает, как с ним работать. Очень легко и просто, ну, в общем, классно. Так что следующее видео смотрите, пишите свои комментарии, если у кого-то уже такой есть, кто-то приобрел, делитесь своим мнением, вот своими какими-то выводами. Ну, в общем, жду комментариев. Так что